Всем привет, с вами Дима, и это первый выпуск моей новой рубрики, которая будет называться «Mail», где я буду показывать письма и посылки, которые мне пришли от вас. Ну что же, давайте начнем, и начнем мы с писем. И первое письмо от Ирины и Насти из города Екатеринбурга. Сзади написано «Лети с приветом, вернись с ответом», обязательно отвечу. Здесь листик с обратным адресом, чтобы я смог ответить на письмо. О, куча всяких штук классных. Здесь есть даже магнит с Екатеринбургом, чтобы я мог повесить себе на холодильник. Спасибо большое. Письмо здесь лежит. Не буду читать вслух, потому что считаю, что это не очень правильно читать на видео письма. Но оно очень красивое. Здесь рисуночки, наклейки такие. Здесь рисунок. Спасибо большое, Ира и Настя, за письмо. Следующее письмо от Лаурик Яны из города Минска. Минск. Круто. Понимаю, это Василек. Классно, если ты сделала это сама, то это очень красиво. Потом здесь письмо. Тоже не буду читать, почитаю все потом. Большое письмо. Здесь принцесса Пупырка из «Времени приключений». И фильм. Спасибо огромное Яне из Минска за это письмо. Следующее письмо от Кремис Оли из Минска тоже. Как бы его так открыть и не покалечить. У меня же кривые руки. Здесь письмо. Ух ты. Я открываю письмо, оттуда вылетают сердечки, которые мне Оля понавырезала. Спасибо большое. Здесь еще большое письмо, его тоже обязательно прочту потом. Спасибо большое Оле из Минска за письмо. И следующих два письма от одного человека, от Хименковой Ангелины из города Буда-Кошелев. Ехала белка на тележке, продавала всем орешки. Открою это. Здесь фенечка, обалдеть. Если ты это плела сама, то это очень красиво, спасибо. Здесь какой-то сверточек. А, это письмо. Спасибо за видео, сзади написано. Спасибо вам, что смотрите. И второе письмо от Ангелины. Здесь написано «Дима Ермузевич». А здесь вопросы, наверное, на которые мне нужно ответить в ответном письме. Да, я напишу ответы, конечно, тебе. Здесь такие штучки из Германии. Круто. Спасибо тебе большое, Ангелина, аж за два письма. Ну что ж, перейдем теперь к самому интересному, к посылкам. Первая вот такая вот маленькая посылка, как бы заказное письмо, наверное, от Васильевой Оли из Красноярска. Здесь письмо. «Пусть удача всегда будет на твоей стороне». Спасибо. Потом здесь еще конверт, а в нем две фотки. Дима, если ты подпишешь мне пару своих фотографий и отправишь, мне будет очень приятно. Конечно, я подпишу и отправлю тебе. Здесь мини-постеры с «Вспыхнет пламя». Спасибо большое. Это так круто, что вы знаете, что мне нравится. Мне так приятно, если честно, серьезно. Я обожаю «Голодные игры», и вы присылаете мне. Спасибо. И внизу здесь что-то классненькое. Здесь такой конверт, как бы, с «Киднис». В нем... Офигеть. Я не знаю, видите вы или нет, но это Сойка-пересмешница из «Голодных игр». Офигеть, спасибо большое, это очень классно, честно. Огромное спасибо Васильевой Оле за эту крутую посылку. Итак, следующая посылка от Алины из Гомеля. Из Гомеля? Из Гомеля? Из Гомеля. Здесь... О, ну конечно, здесь еда. Все хотят меня накормить почему-то. Потом, тетрадка здесь. Какая тетрадь? Она очень классная, здесь много рисунков, куча всего написано. Все это прочитаю, это как, ну, как бы письмо, здесь вопросы, всякие штучки тут открываются, такие дрынь, написано. Спасибо за видео. Потом здесь, а, ну, конечно же, здесь «Голодные игры». Спасибо. Здесь диски с «Гарри Поттером» и с «Симс». Офигеть, спасибо большое. Это очень классная посылка, спасибо, я тебе обязательно отвечу. И вообще, ты в Гомеле, так что... Может, мы еще встретимся с тобой? Ребята, вот эта посылка, это просто что-то с чем-то. Я не знаю. Когда ее открыл... Кстати, она пришла в день моего рождения. Представляете? Ровно в день моего рождения. Когда ее открыл, я думал, что обосту себе колени. Я не знаю, посмотрите, какая она огромная. Это посылка от Тихнерядова Антона из города Южно-Сахалинск. Кстати, когда мне пришла эта посылка, я вспомнил, что Антон прислал мне посылку и в прошлом году, на прошлом мое день рождения. И я ему даже не ответил, поэтому, Антон, извини меня, пожалуйста, мне очень стыдно. В этом году я обязательно тебе напишу. И спасибо тебе за твои посылки, офигенные, спасибо большое. Здесь она просто, ну, нереальная, серьезно. Ну, конечно, конечно же еда, ведь я так люблю есть. Притом еда необычная. Здесь сахалинский шоколад. Здесь какие-то японские и корейские конфеты, которые мне очень интересно попробовать. Японские, корейские и сахалинские сладости. Знаю, что в Беларуси полно всяких вкуснятин. Ну да. Однако вряд ли у вас есть продукты из такого далека. Скажу честно, я не сам пробовал все, что отсылаю, так что будь аккуратен. Могу сказать относительно японских сладостей, что они либо офигенно вкусные, либо имеют довольно странный вкус. Приятного аппетита. Спасибо большое, мне все интересно попробовать. Ой, это я уже съел, это было очень вкусно. Кстати, спасибо.
Книга «Хорошо быть тихоней». Насколько я знаю, что ее раньше нельзя было купить, потому что она была запрещена к продаже. Я очень хорошо помню, как однажды в Твиттере ты написал, что сожалеешь, что в России и в Беларуси не печатают «Хорошо быть тихоней». Я нашел печатную версию. Спасибо тебе большое. Я уже читал в интернете. Прочитаю еще раз. Кстати, всем советую почитать, она очень классная, действительно. И, кстати, она 18+, так что мне нельзя ее читать. И последнее, что здесь лежало, вот в такой вот коробке с надписями «Happy Birthday». Кусок пенопласта? Нет. Здесь лежала лава-лампа, от которой я просто офигел. Серьезно, я очень давно мечтал о ней, и он мне ее прислал. Она мне теперь стоит на компьютерном столе. Она очень крутая, спасибо большое, серьезно. Я серьезно в шоке, честно. Антон, ты огромный молодец, это просто супер. Я обязательно тебе отправлю что-то крутое в ответ, спасибо большое. И последняя посылка от Шумковой Марины, или Шумковой, прости, если неправильно. Из Самарской области, из России, собственно. Оу. Здесь газету. Здесь игрушки всем моим друзьям, они все подписаны. Юля, Влади, Саше, Владу, Настя. Настя самая большая игрушка. Здесь даже сережки есть. Насте понравится, так что я обязательно всем это все передам. Я уверен, что им будет очень приятно. А последнее никому. Это мне. Здесь все запаковано классно, как подарочки. Открываем первую. О, ну да, конечно же конфеты. Что же еще? Здесь на самом деле очень классно все упаковано, запаковано в упаковочную бумагу такую подарочную, спасибо. Здесь еще еда. В следующей коробке у нас зеленый чай, потому что я люблю зеленый чай. Спасибо, буду пить чай. Свечки здесь и еще две. Шоколад. Шоколад. И письмо. Здесь очень классное письмо. Оно такое красочное. Здесь брызги краской. Оно классно сделано. Очень красивый почерк. Это посылка от Наташи и Марины, от двух девочек. Спасибо вам большое. Вы очень классно потрудились, все это запаковывали. Мне действительно очень приятно, что вы для меня так старались. Спасибо большое. Сижу как царь весь в еде, в подарках. Спасибо вам большое. Вы у меня самые замечательные зрители. Мне очень приятно получать все это от вас. Я обязательно отвечу. Обязательно отвечу всем вам. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилась такая рубрика. Потому что я считаю, что если вы мне что-то присылаете, то я обязан просто вас поблагодарить. Вот, так что спасибо большое и за посылки, и вам за просмотр. Адрес будет под видео, если вы вдруг захотите что-то прислать. Я никого не заставляю, не принуждаю. Так что ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Пусть удача всегда будет с вами, и всем пока, увидимся в следующем видео.